Я все прекрасно понимаю. Не надо же вот это сначала заделать. Подождите, сначала вот возле себя наведите завтра, порядок. Завтра вот этого не будет. Потом, что вы собираетесь с этим цветом делать? Нам сказали, каким цветом нужно делать. В кофейных тонах. Ну вам понятно, да? Конечно, все когда понятно. Когда это будет? Когда будет? Ну, нам нужно сначала здесь что-то решить, да? Вот это сделается, потому что нам нужно сфотографировать, сделать проект с крыльцом, которое наше будет. Все, мы отдаем на утверждение. Ну, вы понимаете, да, что кроме того, что вы сейчас сказали, проект и так далее, это, в принципе, вы можете сейчас здесь, значит, генеральный подрядчик, угу. У него уже все есть, что из чего это будет, и можете параллельно делать. Мы предложили ему, и? Он сказал, говорит, мы вам поможем. Вот, пожалуйста. Нет, вот он, мы с ним разговаривали. Зачем затягивать? На вопрос сделайте раньше, сделайте хорошо, у вас пример будет ставить. Хорошо. Берите, пожалуйста, здесь должен быть порядок. Хорошо. Решет, да? Ну а как, мы круглосуточные. Тем более, ну дверь надо тут как-то привести в порядок. Да все мы сделаем, мы ждем вот это вот. Представляете, какая грязь у нас? Вот люди идут, вот здесь так, все в грязи. Вы, пожалуйста, давайте. Ну, до того, как делали ремонт, он у нас в таком состоянии был. Поэтому мы ждали, что здесь будет. Сейчас вот не надо, вы главное за себя отвечаетесь. Вот по штабу я сейчас вопросы к ним задаю. Поэтому вы скажите сроки, когда вы придете в порядок. Вы имеете в виду обшить? Значит, фасад, соответственно, боковые стороны, да. Ого! Как я могу сказать, вам трубе обшивания? Я не знаю. Нам нужно отправить на ну, вы, пожалуйста, я здесь нахожусь, глава города, мы сейчас процесс это в течение 2 дней сделаем. Давайте, все, и мы начнем обшивать. Вчера были на 5 июля, предприниматель имеет площадь раз в 10 больше ваших, жалко 5 дней процесса сделать. А площадь раз в 10 больше. Ну хорошо, ну дайте нам какие-то сроки. Ну я думаю, ну за неделю мы точно не сделаем. Я услышал. Неделя должен быть порядок. Порядок. Сделайте образцово, чтобы вас стали в пример. У вас заключен договор с жителями получается. Да, с жеком. Вот мы завтра на эту тему тоже будем разговаривать. Те павильоны, которые у нас все достойно делают, будем поддерживать. Договорились? Договорились, да. Вот что нам здесь, как здесь убрать или что? Ну вот как? Мы готовы ну, все сделать. Вот ну вот есть, представляете, что творится у вас все время, еще? У вас все время на трубке висит. Он уходит, или вы тогда? Гриша! Гриша! Ну что в конце концов? Григорий! Что ты обещал сделать? Смотрите. Да, что вот вместе все. Вот я прошу, вот по этому павильону какие сроки отдельно сделаете подход, чтобы вот этот участок. Сколько по времени? Ладно, не надо завтра. Нужно здесь красиво сделать все. Понятно, да? Ступеньки, чтобы им ориентироваться дальше. Порядок. Давайте, это не съездили. Нет, понимаете, я еще раз говорю, понимаете, когда вам нужно, да, вы здесь уже сколько находитесь? Ну, долго. Ну, наведите у вас этот павильон в отвратительном состоянии. Павел, а что, он просто меняется профлист или как? Можно просто в серый цвет профлист, да? Мы можем его покрасить, кофейный тона, как нам дали. Сейчас, Ира была на... Ира, выйди, пожалуйста. Она была на собрании. Она с вами общается через... Только что с вами разговаривает. Вы руководитель, нет? Еще и кого-то там нету? Вот, короче, вот вы. Вам стала задача за 10 дней навести порядок. Все. Вам 2 дня согласовать. Кто хозяин табачной лавки? Захаров. Тоже его касается этот срок. 10 дней, чтобы навести здесь порядок. Нет, будет санкции. За нарушение правил. Все, до свидания.